Глава Коми поздравил жителей республики с Днем России. Владимир Уйба отметил, что этот всенародный праздник объединяет прошлое и настоящее нашей страны, сильной и независимой державы, вызывая чувство гордости за Отечество. Опираясь на подвиги и свершения предков, руководствуясь безмерной любовью к родине, мы сегодня строим будущее России, отстаиваем ее целостность и независимость. Наши духовно-нравственные, семейные ценности, наше право жить так, как определяет это многонациональный народ Российской Федерации, главной силой и главным достоянием нашей страны всегда были и будут люди. Сильные духом, трудолюбивые, талантливые, инициативные. Пусть наши знания, опыт, энергия, преданность делу и неравнодушие – послужит дальнейшему развитию и процветанию великой России.